Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Антре, и это проект «Пробуждение сознания 2022-23». Мы проводим его в канун Нового года, потому что сейчас самое важное – это оставить в прошлом все обиды, блоки и мешающие парадигмы в нашей жизни. Так случается, что каждый из нас рождается в мире, где существует программирование сознания. Очень много транслируют средства массовой информации, мы подвергаемся внешним деформациям. Нас воспитывают школы, воспитывают не всегда те люди, которые искренне желают нам добра, такова система. Но мы с вами имеем удивительный дар, называется он осознание. Этот дар позволяет нам осознать, что неправильно в нашем мышлении, и поменять его на более эффективную парадигму. Мы можем изменить мышление, и для этого мы проводим этот курс «Пробуждение сознания». Только пробужденное сознание – это сознание светлое, чистое, лишенное всяких разных негативных встроек, блокировок, способно открыться миру и принять новые рассветные энергии. Пробуждение сознания – это то, что позволяет нам с вами создать новую жизнь, исцелить те родовые блоки и травмы, которые были в нашей голове и в нашей психике. Мы с вами ежедневно в течение 21 дня будем вместе на связи. Я приглашаю вас в этот проект, чтобы мы прошли вместе. Прошли этот путь, когда нужен рядом наставник, который поможет вам пройти элементы пути, когда существуют различные блокировки, когда нам мешают, когда мы начинаем работать над собой, подключаются как будто бы все негативные силы. Так вот, мы с вами пройдем этот путь вместе для того, чтобы получилась очень интересная новая реальность. Эту реальность мы с вами создадим вместе, потому что Творец дал всем нам удивительный дар создавать новые вселенные. Но чтобы создавать новые вселенные, мы должны очистить свои авдиевы конюшни, мы должны очистить все блоки, все глубины подсознания, в которых хранятся негативные убеждения, в которых хранятся отрицательные программы о себе, о своей жизни, о реализации. И только пройдя этот путь вместе, мы с вами можем действительно научиться сотворять. И эта программа пробуждения уже запускается не первый раз, это 8-й запуск. Эта программа прошла большое количество людей, получила прекрасные отзывы. Есть такой аккаунт в Инстаграме, где можно посмотреть эти отзывы. Есть целая вкладка на моем сайте, где вы можете познакомиться и почитать то, что говорили люди, пройдя эту программу. Это моя авторская программа, созданная когда-то для того, чтобы мы с вами исцелили сознание и сотворили новый мир, более радостный, более счастливый. От каждого из нас зависит та реальность, в которой мы живем. Не всегда нас удовлетворяет наш город, наше окружение. Не всегда у нас есть ресурс, чтобы выйти из замкнутого круга. Для этого мы объединяемся в группы, мы объединяемся в команды, в которых мы с вами создаем метавселенные. И там мы можем придумать новые смыслы, найти новые ценности, обрести вновь себя. И все это в проекте пробуждения. Если вы устали от тяжелой жизни, от программ, которые давят на вас каждый день, как дамоклов меч, если у вас есть какие-то трудности, может быть кредиты, может быть долги, может быть ментальные долги, то это все исцелимо, это все можно изменить, если исправить парадигму в своей голове, в своем сознании. Я являюсь писателем, психологом, более 15 лет практического стажа, с кем только не доводилось мне работать. И все люди, пришедшие ко мне, получали свое исцеление, получали свой путь дальше. И я приглашаю вас на свой проект. В канун Нового года он будет носить символическую стоимость 1000 рублей. 1000 рублей будет стоить 21 день ВКонтакте, 21 день вместе, когда мы с вами действительно станем одной командой. Почему это не бесплатный проект? Потому что все, что мы получаем в дар, мы, к сожалению, не ценим. Поэтому есть символическая стоимость, которую мы оплачиваем. Но самое главное вложение, которое вы сделаете, это вложение вашего времени. Это вложение
вашей энергии, внимания, когда вы 21 день будете выращивать новые нейроны, новые паттерны в своем подсознании. И через 21 день у вас появится новая привычка, привычка мыслить по-другому. Я приглашаю вас, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сейчас, тем более, что мы все видим, какую турбулентность испытывает человечество, какие трудные ситуации. Так вот, каждое исцеленное сознание начинает создавать прекрасные миры. И чем больше таких прекрасных миров в этом мире, тем больше и краше становится наш с вами мир. Я приглашаю вас, не откладывайте в долгий ящик. Давайте с вами перейдем вместе в 2023 год.